Интернет творит чудеса. В последнее время, благодаря всемирной паутине, сотрудникам госавтоинспекции удается привлекать к ответственности все больше маршрутных нарушителей. Неделю назад в одной из социальных сетей появилось фото автобуса 129-го маршрута, у которого с правой стороны отсутствовали стекла. Их функцию выполняла пленка. Сотрудники технадзора провели проверку на указанном маршруте. Информация подтвердилась. Водитель автобуса был привлечен к административной ответственности по статье 12.5, части 1 Кодекса об административных правонарушениях. После вынесения постановления по делу об административном правонарушении водителю автобуса выдано требование о прекращении правонарушения с указанием, что после устранения нарушений автобус марки ГАЗ необходимо было предоставить на осмотр к 10 часам утра 21 января 2018 года по месту нахождения подразделения госавтоинспекции. На данный момент, 17 января, нарушение было устранено. Кроме того, к ответственности привлекут контролера, выпустившего автобус без стекол на линию. Но главное все-таки, чтобы перевозчики наконец поняли. Даже если поблизости дорожных полицейских нет, большой брат не дремлет. Наказание последует.